Sono tanto, vale. Тут первый раз новенькие. Ой, все. Может, мы стопнем? Левая сторона. Ох, очень много. Умрем. Момент. Это Зеро, кинь на меня, я тебя молю, просто что ты хилишь? Как бы я прыгнула. Зиг поляна, 3 секунды. Да, ну все надо. Готовьтесь, стоит. Ой, и наравне кинь сразу. Так я один хил осталась, я об этом. Ну, я тут стою в кучке, хилю вас. Бегаем, бегаем. Бой. Поменяли полярность. Причем стоим в куче, так и ДПС. У Олимпа есть ВР или мне кажется? Есть, есть. Гимон. Ешь, спой, Гимон. Красавчик вообще. У вас ФКшит ведь, да? Походу.
Это ты у нас в туалет приспишь, что ли? Я бежали. Кто-то умирает. Да-да-да. Ты можешь прям ко мне обращаться. Да, уже. У меня 15 секунд еще, наверное. Я вижу, вижу. Так а что он курит, наверное? Будет. Я бы использовал, короче, попробовать это подохнуть. Сами опустите, и что там баба прожмется. Конечно. 5 лямов нужно. Ой, я уже подыхает. Баба, баба. Убью, убью. Не подходите друг к другу, минус плюс. Вы вроде минусы одни. Если нет бафа, тебя будут бить просто. Мы будем своим дебафом бить. Поэтому если вас резают. Вот все, я резаю, можете резать. Даже вставать сами можете. Вы тут лежите. Скажите, гарги, на профессии. А что лежите-то? Все равно тут все окажемся в начале.
Пинг-понг. Баян. Пинг-понг. Ой. А я вам тут этот, да? Фон создаю. А я, короче, этот в РФ играл раньше, да? И там, так как пит-боссы там есть вместо боссов, там они очень сильно дамажат, и единственный способ убить вот этих боссов, да, это вот как раз таки играть в пинг-понг. Ставят как раз таки 4 танка по квадрату и просто этот переагрывают друг на друга, пока босс бежит. В РФ я играл за коров, с этим суммонер, не помню, как он там называется. Rising Force. Российская Федерация. Вот, кстати, акры как раз таки так и делают. Бигвар пишет, типа, акры рулят. Акры как раз таки делают. А белки сосут. Там 3 расы. В Вовке же 2 расы, а в РФ 3 расы. И там есть ЧВ, час войны. И все 3 расы на этой войне дерутся за хранителя... ну, ресурсов, так скажем. То есть, если ты выигрываешь, то ты в течение часа или сколько там можешь фармить руду у этого хранителя. Да. Вообще. А что сделали с этими кристаллами на боссе? Костяной доспех снимите, пожалуйста. Костяной доспех снять. Ребятки, меня слышали? Да. Скажите, куда дели эти кристаллы с босса? Почему им надо приступ? Ну, типа... В России не хватает денег, слышал? На пенсионную реформу, собственно, продали. Так а куда их дели-то? Я же говорю, все. Типа добавило, что ли, или что? Или после ребута, там, не знаю. Так же не должно быть вроде? Да, так и должно. Всегда. Не знаю, там оригинально 4 моба стоит, без всяких тут этих штук дрюк и кристаллов. Ну чё, Йор нашёл? Паладина. Ну да, если бы из 10 человек 2 креста должно было бы быть, это перебор, конечно. По такой... А похуй. Поставьте рыбку. Я знаю. Ладно, да. Окей.
Так и есть. Поставьте. Рыба, рыба. Не достаю слишком далеко. Надо агрить, надо агрить. Обучение окончено. Покажите мне, что вы усвоили. Пизда, блять, спасибо огромное, большое, просто супер. Покаяние дали. Нет. Я смотрю разборы старых, не старых боев, а именно вот старые, начало ММА, там 90-е, 80-е, 80-е, и там тоже этот ведущий, так сказать, начинает говорить: начнем мы свой разбор, как всегда, там, с танка там, пока он не начал с нас. Нет. Дайте дизарм по боссу. Дизарм. Слав, вон там Настя смотрит на ютубе, как хавчик готовить. Скинь ей того шведа. Похильте бревн... этого, манекен, похильте, пожалуйста. 60 тысяч осталось. Могут они хилить. Все захилили. У меня переконтроль.
Мне кажется, они вообще должны исчезать, по идее. Пану ты отдал, потому что не был, да. Ну, надеюсь. Найс. Вдвоем еще Настя. Чтобы не было вот этого вот желания лишний раз налево повернуть. Она писала, что ей надо будет отойти. Кстати, про энхов был патч в начале февраля, где порезали их. Не знаю, насколько сильно. 4-4 резали им. Про этот сервер говорю, только здесь пока... Нет, именно Т4. Ну, в смысле, на Сирусе в целом. Там много всяких изменений было, и вот одно из шаманов коснулось. Там еще магом что-то порезали. Они кровоотвод ДКшником сломали. Уже починили. Уже починили, да? Ну, похуй. Мне понравились изменения лока. На 40% хбшку увеличили дамаг. Гении, реально. В смысле? Ну, Chaos Bolt теперь бьет на 40% сильнее, чем было раньше. Вообще всегда? Да. Чё, блин? Ну, я на X2 захожу, он у меня по 60 косарей крипует, и здесь захожу, он у меня под 15 крипует. Я считаю, это прекрасно. Без всяких рофлов. Вообще есть. У Ады есть, у Азраила есть. Больше нет темпа.
свою погибель. Вам никогда не понять, сколь велика сила, потревоженная вами. Вы сражались отчаянно, чтобы проникнуть в царство Жнеца. Теперь перед вами лежит лишь один путь. Путь Рома. Шакал. Был. Это нельзя, это нельзя. Тут он либо не работает, либо что, не знаю. Это реклама. Thank you.
И трать ману этому диспелиться. У нас гости! Чужаки, откажитесь от этой безрассудной авантюры! Бегите, пока не поздно! Ну что ж, Зелик, не прогоняй их. Сперва мы с ними позабавимся. Хватит болтать! Готовьтесь к бою! Мы сотрем их в порошок! Надеюсь, они проживут достаточно долго, чтобы я успела представиться. Может быть, они облагоразумятся и успеют скрыться. Хорош скулить! Заткнитесь, пока я не разозлился! Не расточайте свой гнев попусту! Взращивайте ярость! Скоро вы сможете дать им выход! Ну и не оббегаем по краю, мы агрим все, что видим. Ну это не моя тактика, это кто-то другой сами. Я тут вообще хамень. У меня маны нет, залей, Инер. Они играют в стелс.
пока не могу использовать эту способность. Я покажу. 496 дефа. 30 хп сейчас. Когда спекнусь, там будет чуть больше. А, 25 даже. Мало что-то. Так, надо меня сумануть тогда. Есть портал, все. Тридцать два косаря хп. Ну, АФК герой стоит. Я не сагрил, маг сагрил, меня его в скелет убивает. Я бежал нормально. Стою. А, ну я где стою? Так, типа, объясняем. Он тут рыба. Мы с вами сзади ходим. Настя, тебе не стыдно? Всю рыбу съела? Да, наверное. Пирога?
Чё я буду кричать, орать, донать? Выходите и делитесь, ничтожество! Прожмись, я не знаю, 30% прожми, я не знаю, тебя пробирать как последнюю. Лужа. Я уже сдала. Да, все норм. Меняемся? Нет, у нас два стака только появилось. Блин! Бьет меня ахи! Прожмусь! Жизнь принадлежит мне. Кто следующий? Меняемся, нет? У тебя стаков два? Три. Беги уже. Он там стоит. Ну и что, что он там стоит? Там ренжа нужна всего-то. Он никто не танчил босса. Босс убил. Он по 12к дамажит. Ну?
Ну тебе пишут, видишь, что ДК не перебегал, 5 стаков набрал. Нет, МП5 есть у Норма, значит. Рыба. Ёж, кинь треть мне. Азраил, бро. Тут ренджа нужна. Ой, блин, хилка. Ой. А ты уже сегодня нам взывался. На неделю вперед. Так, один стак есть. Когда будет 2 стака и у нас будет 15 секунд, мы побежим. Ты куда? Стой на месте. У меня стал бить. Один хил, прибеги, пана хилить. Я тут умираю. Я не знаю. Я хилила. Мне 15 тысяч в лицо прилетело. Мне 17 тысяч хп прибыло.
принадлежит мне. Кто следующий? Твоя жизнь принадлежит мне. Кто следующий? Прости меня. Прости меня. Прости меня. Кто следующий? Прости меня. Кто следующий? Воля господина исполнена. Можно словечко скажу? А пусть вон Бигвар Ангсунамун. С ними Настя и еще один хил, и все. То есть 4 человека их всего там. Нет, будьте вы прокляты, незваные гости. Армии короля Лича поймают вас. Вы не сбежите от своей погибели. Ну, вот смотри. Там Роланда там единственная, по сути, сбивает касты. Она же не может двум сбивать касты. У меня ощущение, как будто мы всегда туда отправляли и налево, и направо вот тех, кто может сбивать касты и хила. Один, два, зачем, блядь, там вообще попутали нахуй.